значит, городской союз председателей советов многоквартирных домов активно содействует в проведении общих собраний жителей по программе губернатора Московской области «Ремонт подъездов». Значит, она начата в 2017 году и должна быть продлена где-то на 5 лет. В течение 5 лет активно предлагается и есть возможность софинансировать из бюджета Московской области ремонтные работы по текущему ремонту во всех подъездах нашего города. Администрация уже составила график проведения собраний. Да. Значит, существует, в общем, наверное, очередность ремонта подъездов. Это уже по согласованию с управляющими компаниями. Но, к сожалению, вот мы видим, что активность жителей очень слабая, потому что информированности, скорее всего, очень нету. Поэтому я призываю вот жителей тоже активнее участвовать в жизни своих домов, в управлении своими домами. Вот, через общие собрания. Выбирать советы домов, старших по подъездам. Вот, и обращаться уже в администрацию совершенно с конкретными вопросами. Вот. Ну и, кстати, напоминаю, что у нас в городе, вот, надо всем иметь в виду, что три основных больших программы действуют, в которых обязательно должно быть мнение жителей учитываться. Это как раз программа ремонта подъездов, программа благоустройства дворовых территорий и программа капитального ремонта. Вот. Поэтому, если совет дома еще не сформирован, совет дома, значит, поактивнее надо собираться и выбирать представителей. Вот. Всю методологическую помощь по организации проведения собрания союз председателей наш, как общественная организация, может предоставить. Вот. Телефон озвучиваю свой. Значит, я являюсь председателем правления союза. Значит, телефон такой 8-985-062-04-62. Вот, обращайтесь. Ну, в общем, по любым вопросам, да, готов ответить.